Если ты хочешь начать играть в Warface, то переходи по ссылке в описании. Регистрируйся и получай кучу разного доната, супер VIP-ускорителей и многое другое. И играй с друзьями и начни нагибать уже сейчас. Обновление каждый месяц, добавление новых пушек, все это ждет тебя в игре Warface. Удачи в бою тебе, боец. Ссылочка в описании. Ссылка на акцию и на ваш успех будет в описании под видео. Всем привет, друзья! Тема сегодняшнего видео – турнирное снаряжение. Итак, как же его бесплатно получить? С 19 по 21 мая одерживайте победы в режимах подрыв, захват и блиц в быстрой игре или рейтинговых матчах и получайте в награду турнирное снаряжение. Потому что это очень классно. На халяву читать турнирное снаряжение. На 10, 40 и 100 дней. 3 месяца халявы, ребят. Чем больше побед вы одержите, тем больше будет срок действия предметов. Награды ждут вас. Турнирный шлем всех классов, турнирный жилет, турнирные перчатки и турнирные ботинки. Свой прогресс вы сможете отслеживать на специальной странице. Вот она, эта специальная страница, где ваши все успехи во внутриигровых мероприятиях Warface. Ищут, ну вот я вам показываю, это где. В общем, вот это вот идет путь к вершине, и у нас еще идет акция «Больше побед, больше опыта». То бишь, вы получаете коробки удачи с куклей мачете, там, фестивальную гранату, коробку удачи с грачом, удачи с Ремингтоном 870 раз, потом коробку удачи с MG3, тоже отлично. И тут у нас идут донатные коробки, друзья, Six 12. Это, и все, что для этого нужно сделать, это одерживать победы в PvP и в PvE. Чем больше побед вы одержите, тем больше шанс на попадение, ну, или ECR, или ECR CTD, или SIX 12, да. То бишь коробки удачи. Ну вот, в принципе, все я вам рассказал. Получаете турнирное снаряжение, получаете коробки удачи, также и с донатом, и выигрываете матч. Удачи вам, бойцы. А если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.